Сегодня многие женщины успешно совмещают свой материнский долг с профессиональной и общественной деятельностью. Этим не восхищаться просто невозможно. Именно такие мамы и работают на Евраз НТМК. Женщины у нас работают наравне с мужчинами. Также в цехах стоят, на металлургической площадке. Естественно, что работа тяжелая, работа сменная. Но в то же время женщины находят время именно заниматься своими детьми. На протяжении нескольких лет есть добрая традиция чествовать День мамы наших мам-работниц комбината. Ежегодно на сцену Дворца НТМК приглашаются заслуженные мамочки, которые хорошие работницы, которых замечательные семьи, которые хорошо воспитывают своих деток. Это очень почетно и в то же время очень ответственно, потому что эти женщины являются представителями от всего рабочего коллектива. Это не только почетно, но это очень ответственно быть мамой. Прекрасную половину работниц Евраз НТМК поздравил сегодня и управляющий директор Алексей Кушнарев. Говорят, что ангелы пропали. И на свете больше не живут. А у них лишь крылышки отпали. И теперь их мамами зовут. Часто просыпаюсь я ночами и молитву Богу приношу. Господи, ты дай здоровье маме. Больше ничего не попрошу. Ни богатства, ни в карьере роста, ни любви, как океан большой. Этого всего добиться просто, если мама ждет тебя домой. А когда они от нас уходят, крылья вырастают вновь у них. И они живут на небосводе и с небес хранят детей своих. Здоровья! Вам радости, вам оптимизма. И чтобы вы всегда чувствовали, что мы всегда с вами. С праздником! Вечер, посвященный Дню Матери, для работниц Евраз НТМК проходит ежегодно. Не забыли поздравить и своих мам. Анна Новоселова, Михаил Корзняков, Егор Игошин. Новости Тагил ТВ.